Смольная улица расположена в Левобережном районе, в северном округе Москвы. Здесь раньше были пятиэтажки, потом их снесли, на их месте построили новые дома. Вот слева, в промзоне, после того, как были в землю спрятаны высоковольтные провода, тут раньше проходил Ленилэб, стало возможным строительство вот таких вот апартаментов. Давайте поближе подойдем и посмотрим, что же это в окружении многоуровневых гаражей находится. Так, мы подошли. Называется все это Смольная 44. Комплекс апартаментов. Давайте сфотаем информационный щит. Нижние этажи уже отделаны. Вот таким вот интересным кирпичиком разбит. На верхних этажах еще отделка продолжается. Это два отдельных стоящих дома. Вот один. А вот второй. Рядом есть поликлиника. ОВД, Институт усовершенствования врачей. Вот и здесь торговый центр «Экстрим». Аптека есть. Сзади находится микрорайон для военнослужащих.